Я вхожусь. А без этого? Фанкмен. С 20-го надо вырезать. Работаем, не покладая. А, извините. Thank you.
Угу. Вот так творится шедевры шансона. И ничего с этим не поделаешь. Ага. Так, Леш, ну давай тогда сейчас начинаем. Запускаю. Фигачит, песня начнет. Супер. Отлично. Ну и все тогда. Ты знаешь, здесь в одном месте я знаешь, что сделал? У меня получилось так, я взял ноту и что-то задел датчик и магнит. И подумал. Вот это произошло. Ну, возьму и другого дубля тогда, это на этом месте все. Из первого. Так что тихо. Вау. Вау-вау. Это был джаз-бас. Че, Паша теперь? Ага. Ну что? Не понял, что нашли. Нет, ты говоришь, отсюда снимай, что там? Здесь бы что-нибудь такое же. Ну давай, давай. В принципе, если нравится, то почему бы и нет. Ну он такой, он не должен особо разниться с этим. А просто давай, чуть-чуть ты послушаешь. Посвежее просто. Надо эффекты отключить, как тут сделать. Ну что, сам тембр нравится тебе, да? Ну не знаю. В принципе, это не принципиально. Ну да. Так, эффекты. Вообще можно было пробить этим пэном. А, они остались отключенные. Тогда будет проще что-то насладить. Не-не, пускай меняется. Как раз хорошо, когда меняется. Угу. Ну он видишь какой. Релиз для... очень большой. Подкрути релиз. Еще раз самый хвост, чтобы попасть сразу. Я включу там за пару тактов.